Всем привет! В эфире «Дети большого толка» – программа с интересными фактами, яркими сюжетами и путешествиями. Весь мир от Барнаула, Алтайского края до просторов космоса. Наша программа «Дети большого толка» преподносит научные факты интересно, чтобы вы тоже полюбили науку, ведь она поможет вам в учебе и в выборе профессии. Если вы интересуетесь естественными науками, вы можете выбрать карьеру в области медицины, инженерии, технологий или других наукоемких областях. Вы будете лучше понимать, как работает мир, и сможете принимать более обоснованные решения. Подсчитано, что скорость роста сосулек в начале весны, то есть во время таяния, составляет практически 1 метр в неделю. При температуре около 0 градусов сосульки растут наиболее быстро. При более низких температурах рост замедляется, а при более высоких температурах они начинают таять. 1 метр в неделю. Помните об этом и будьте осторожны. Представляете, когда динозавры были живы, на Луне были действующие вулканы. Об этом говорит множество фактов. На поверхности Луны есть множество вулканических кратеров. Лунные метеориты содержат вулканические породы. Исследования показывают, что лунные вулканы были активны еще 2 миллиарда лет назад. Знаете ли вы, что магнитное поле Земли – это наш щит от космической радиации? Представьте, что Земля – это гигантский магнит. Вокруг нее существует невидимое поле, которое ученые называют магнитным полем. Что это поле делает? Оно защищает нас от вредного космического излучения. Это излучение – как поток заряженных частиц, летящих в космосе. Магнитное поле Земли отклоняет эти частицы, не давая им попасть на нашу планету. Вот так удивительно! В космосе есть гигантское облако воды. Оно находится в созвездии Стрельца и содержит в 140 триллионов раз больше воды, чем во всех океанах Земли. А вот самая высокая гора в Солнечной системе на Марсе. Она называется Олимп и в 3 раза выше Эвереста. Почему в году 12 месяцев, а не 10 или 11? Мы измеряем время по-разному. В сутках, например, почему-то 24 часа, а вот в часе уже 60 минут. Тем временем в неделе вообще 7 дней, а в году 12 месяцев. С расстоянием все проще, и оно делится на 10. В сантиметре 10 миллиметров, в дециметре 10 сантиметров, а в метре 10 дециметров. Так почему же время устроено так сложно и в году 12 месяцев? Дело в том, что время мы измеряем по космическим часам. Год – это оборот Земли вокруг Солнца. Он составляет 365 дней. Сутки – это оборот Земли вокруг своей оси – 24 часа. А вот месяц – время от новолуния до новолуния, то есть время от полной Луны до полной Луны. Это примерно 30 дней. Если поделить 365 на 30, то мы получим 12 месяцев. В мире обитает 321 вид колибри. Эти крошки завораживают красотой и умениями, зависают в воздухе, словно вертолеты, и блистают оперением. Каждый вид уникален. Колибри-меченосец обладает клювом в 2 раза длиннее тела, а колибри-пчелка размером с пчелу. Колибри – это невероятные птицы, которые не только летают, но и могут парить на месте. И знаете, что еще? Они не умеют ходить. Им это просто не нужно. Вместо того, чтобы ходить, они используют свои крылья, чтобы летать к цветкам и наслаждаться сладким нектаром. Игуана – опытная ныряльщица. Не думайте, что она просто задерживает дыхание. Ее способности гораздо шире и включают в себя замедление сердцебиения, наличие специального клапана, чтобы не пропускать воду, и развитые мышцы, сжимающие легкие, чтобы она могла погружаться на глубину до 30 метров. А вы знали, что блоха способна прыгать на расстояние до 33 сантиметров за один прыжок? Если бы люди обладали такой же прыгучестью, человек мог бы совершать прыжки на впечатляющее расстояние до 213 метров. Можете представить, как было бы проще добираться до школы?
старый миф. Страусы прячут голову в землю, когда испуганы. Раньше думали, что это из-за их неуклюжести, но на самом деле они это делают, когда хотят проглотить песок или гальку для лучшего пищеварения. Этот простой жест помогает им обработать пищу и оставаться здоровыми. Жирафы спят всего 4-5 часов в день, а исследования показали, что их сон обычно не длится дольше 11 минут подряд. Как им хватает такого короткого сна? В отличие от нас, жирафы постоянно начеку. Хищники не дремлют. Эволюция приучила их чуткому сну, позволяя быстро реагировать на опасность. У жирафов удивительно расположен мозг на 5 метров выше тела. У них очень сильное сердце, вдвое сильнее, чем у коров. Чтобы кровь достигала мозга, они отличаются не только сердцем, но и строением вен. Особое строение вен помогает избежать проблем с кровообращением. Но какие проблемы могут быть у жирафов с кровообращением? Все дело в том, что когда жираф опускает голову, его длинная шея создает дополнительную нагрузку на сердце. Однако специальные вены с клапанами гибко реагируют на положение головы, обеспечивая комфортное передвижение жирафа. Многие думают, что кроты слепы, но это не так. Они видят. Правда, их зрение слабое и не дает возможности различать цвета. В темных туннелях кроты полагаются на осязание и обоняние, помогающие им улавливать малейшие вибрации и находить пищу. Они также могут копать со скоростью более 5 сантиметров в минуту. Заблуждение о том, что мыши любят сыр, возникло давно. Мыши в домах бегали и искали пищу, и сыр был легкой добычей. Мыши его ели, потому что ничего лучше не было. Но с большей вероятностью съели бы шоколад, печенье или другую сладость, а не сыр. Верблюды не хранят в горбах воду. Секрет в их выносливости в том, что они способны превращать воду в жир. Верблюды способны выпить до 190 литров воды за раз. Из-за обезвоживания они могут похудеть на треть, но, попив воды, быстро восстанавливают свой прежний вес. В горбах же верблюды хранят жир, а не воду. Высоко в горах снег зачастую бывает розового или красного цвета. Почему так происходит? Снег в горах может приобретать розовый или красный цвет из-за размножения водорослей с красивым названием хламидомонада снежная. Когда температура поднимается выше нуля, снег начинает таять, а эти водоросли активно размножаться. Если омар потеряет глаз, у него вырастет новый. Представляете, какие мощные способности к регенерации? Как это происходит? За несколько месяцев глаз вырастает и становится полностью функциональным, правда, немного измененным. Он может быть меньше размером, другой формы или цвета, и немного хуже видеть. И все же это удивительная способность, помогающая выживать. На теле человека волос столько же, сколько и на теле шимпанзе. Но так как они по большей степени очень тонкие и светлые, мы выглядим не такими заросшими, хотя на самом деле такие же. Сравните 5 миллионов волос на теле человека и 5 миллионов волос на теле шимпанзе. Некоторые свои возможности мы воспринимаем без всякого удивления, хотя они уникальны и недоступны другим животным. Например, в отличие от голубей, мы умеем дышать ртом. А в отличие от кошек, мы можем двигать челюстью влево и вправо. Удивительно, правда? В Исландии не обитает ни одного вида комаров. Знаете почему? Во-первых, из-за морозной зимы и холодного лета. Во-вторых, из-за сильных ветров. А третья причина, что в Исландии почти нет стоячей воды. Все реки и ручейки стекают с гор. В брокколи содержится в 2,5 раза больше витамина С, чем в апельсинах. Удивительно, ведь мы привыкли думать, что именно цитрусовые – чемпионы по содержанию этого витамина. На самом деле, опережают апельсины по содержанию витамина С еще и красный перец, клубника, капуста и черная смородина. Прибор ночного видения чаще всего показывает в зеленом цвете, потому что человеческий глаз различает больше всего оттенков зеленого. Однако существуют и другие цвета, которые используются в приборах ночного видения. Черно-белый является самым простым и дешевым вариантом, а красный цвет хорошо проникает через дым и туман. Сердце кита бьется всего 9 раз в минуту. Этот низкий пульс помогает китам экономить энергию и поддерживать выносливость в холодных водах.
Также это помогает им глубоко погружаться, искать пищу и избегать хищников на огромных глубинах океана. Собаки не просто хорошо чувствуют запахи, они видят носом. Для них картина мира складывается из запахов, а не из визуальных образов, как у людей. Собаки могут чуять запах, который был оставлен несколько дней назад. Они могут различать ароматы по возрасту, состоянию здоровья и даже по эмоциональному состоянию. Обычным простым карандашом можно написать около 45 тысяч слов. Или же начертить линию длиной около 55 километров. А теперь вспомните, сколько карандашей вы истратили за жизнь. И посчитайте, сколько слов и километров написали. Все планеты Солнечной системы могли бы поместиться внутри Юпитера, ведь он является самой большой планетой в Солнечной системе. Его диаметр составляет 143 тысячи километров, что в 11 раз больше диаметра Земли. Если бы все остальные планеты Солнечной системы были объединены в одну, то эта планета все равно была бы меньше Юпитера. У кошек 32 мышцы, которые управляют ушами. Что дает им такая уникальная анатомия? Благодаря этому кошки могут вращать ушами на 180 градусов. Это позволяет им улавливать звуки со всех сторон, независимо двигать каждым ухом и определять источник звука, складывать уши. Это помогает им защищать уши. Ягуары умеют имитировать голоса обезьян. Они подражают крикам их детенышей, чтобы приманить добычу. Ягуары также могут имитировать другие звуки, такие как лай собак или мяуканье кошек. Это позволяет им быть более успешными охотниками. Язык дятла обхватывает заднюю часть их мозга. Это помогает защищать его во время скоростного клевания. Когда дятел клюет дерево, кончики его языка выдвигаются из клюва со скоростью до 20 раз в секунду и достают личинки. А вот корень языка неподвижно и мягко обволакивает мозг птицы внутри головы и спасает от сотрясений. Вы любите спать? А знаете, кто по-настоящему любит? Змеи. Они могут впадать в спячку и оставаться в ней до 3 лет. В это время их тела работают очень медленно, и им не нужно есть. После этого длительного сна они просыпаются полными энергии и снова начинают свою обычную жизнь. Крысы появились на Земле гораздо раньше, чем люди. Аж на 48 миллионов лет эти умные и ловкие создания смогли приспособиться к самым разным условиям и обитают во многих уголках планеты. Крысы – это настоящие чемпионы выживания. Земля населена множеством живых существ, и вы удивитесь, узнав, что около 70% из них – это бактерии. Эти микроскопические организмы обитают в самых разных местах – от глубин океанов до вершин гор и выполняют важные функции в поддержании баланса экосистемы. Пингвины – отличные атлеты. Они могут прыгать вверх на впечатляющую высоту – более 1,5 метров. Пингвины используют свои крылья и мускулатуру для мощных прыжков, помогая себе перемещаться по скользкому льду или взбираться на высокие скалы. Это позволяет им быстро передвигаться. А вы знали, что крокодилы глотают камни? Но почему они так делают? Эти камни могут выполнять несколько функций. Они могут помогать переваривать крупную пищу, регулировать плавучесть и даже защищать желудок от острых предметов, проглоченных вместе с добычей. Полярные медведи – настоящие скоростные чемпионы. Они могут развивать скорость до 40 км в час, когда им нужно догнать добычу. Эти медведи не только могучие и сильные, но и быстрые, что им помогает выживать в суровых условиях Арктики. А вы знали, что хорьки много спят до 20 часов в день? Почему? Потому что у них быстро тратится энергия из-за их маленького размера. Они охотники и тратят много энергии на охоту. Иногда они просыпаются на короткое время, только чтобы поесть или поиграть. На сегодня это все. Но наша программа уже работает над новым выпуском. В нем вы узнаете интересный факт о космосе, нашей планете. Много занимательного из биологии, географии и астрономии. Любите науку, изучайте новое. Мы желаем вам только хорошей погоды и хороших новостей. Пока-пока. Увидимся через неделю.